Добрый день, дорогие мои. Приветствую всех. Сегодня я нахожусь в Москве. Павла Корчагина 2, наша церковь Слова Жизни. Я не случайно здесь сегодня, потому что очень многие наши зрители задаются вопросом, почему молчит Слово Жизни. Церковь Слова Жизни Украины обратились с открытым письмом, с открытым призывом. Но они молчат. Они молчат, боятся занять свою позицию. И я отчасти знаю, почему. Есть какие-то вещи, они не очевидные. Вот мы на фоне здания стоим, вы видите, да? Здание было куплено, вроде все документы оформлены, вроде все нормально, но... все здание, весь комплекс вы видите позади меня. Это в советское время было большое предприятие, институт, по-моему, там очень много зданий, и все это находится на одном фундаменте. Вот, Церковь Слова Жизни в свое время успела приобрести часть, но они постоянно находятся вот под своей какой-то атакой. Цеги, вы серьезно не знаете, что такое цеги? Нет, такая охрана, как у нас. С той стороны оно будет разрушено. Нет, это не цеги, это Центральный аэрогидродинамический институт. Это институт, центральный институт в стране, который занимался всяческими летательными аппаратами и прочей всякой фигней. Здание стоит на одном фундаменте вместе с этим научным институтом, там, предприятием, которое есть. И постоянно есть один и тот же вопрос, что когда власти придут и заберут здание, признают итоги там, продажи, там, как это все оформлялось, найдут же, и все понимаем. В любой момент сделку могут расторгнуть, и здание отойдет опять собственнику бывшему или, может быть, правительству Москвы даже.